Привет-привет, мои дорогие красотки, модницы, самые классные девчонки, которые смотрят мое видео. Сегодня с вами Лилия Донскова, и я буду показывать обзор новой коллекции аксессуаров, сумочек, бижутерии и всевозможных шарфов из каталога номер 16 компании Oriflame. Это будет новая коллекция, она с нами будет 3 каталога, и я уверена, что вы успеете заказать то, что вам понравилось. А моя задача — вам максимально красиво все это продемонстрировать. И начала я, как говорится, хозяин барин, с той коллекции, которая на меня произвела самое большое впечатление. Это очень красивое ожерелье с леопардом, кольцо, серьги, то есть это полный комплект. Серьги, кстати, можно снимать отдельно, колечки, они подвесные. То, что мне нравится, в последнее время у нас в компании много трансформеров, благодаря чему мы можем комбинировать то, что нам нравится, и исходя из той ситуации, которая сейчас с нами происходит. И к этой коллекции у нас есть целых 3 сумочки, которые мы можем подобрать. И я начну с той, которая мне больше всего понравилась. Вот эта малышка, это сумочка клатч, это сумочка, которую можно носить на поясе, можно носить на ремешочке. Сейчас все продемонстрирую. Сама сумка на цепочке, давайте внимательно рассмотрим. У нее передний план стежка, то есть она, материал сделан под кожу, все красиво простегано и закреплена мордочка леопарда. Она не съемная, то есть она здесь зафиксирована. Обратная сторона — просто гладкая кожа, ну естественно, это не натуральная кожа, в Oriflame не делают сумки из натуральной кожи. Внутри блестящая подкладка, и дополнительных карманов я не наблюдаю, зато есть молния. Очень лаконично, ничего лишнего, она закрывается. Я думаю, что эта сумочка будет достаточно вместительная. Носить ее можно вот таким образом: цепочку на плечо, и сумочка у нас размещается чуть ниже талии. Благодаря тому, что здесь есть классные карабинчики, мы можем регулировать длину ремешка. Смотрите, как это делаем. Легким движением руки я снимаю карабинчик и переставляю на ту длину, которая мне нужна. Например, я хочу, чтобы сумка была высоко, прям вот, вот прям под рукой. Я переставлю карабинчик на эту длину, а эту часть я могу убрать или в сумочку, или закрепить так покороче, чтобы она сильно не висела, не свисала. Есть еще вариант, как носить эту сумочку. Можно просто вот так вот пропустить вокруг талии и карабинчиком зацепить именно в то звено, которое вам нужно, чтобы было по фигурке. Вот, например, вот так. Если цепочка слишком длинная, например, у меня талия тоненькая, так скажем, то естественно можно еще раз зацепить опять же карабинчиком или с другой стороны вот так перекинуть, чтобы слишком сильно вот этот кулончик, который, кстати, очень оригинально мне понравилось, что эта цепочка заканчивается кулоном, а не просто, да, что-то, а прям такая классная штучка, суперская. Как еще можно носить? Сейчас вам покажу классные лайфхаки. Можно зацепить на максимальную длину, прям на максимум сделаем, ну, вот так, и перекидываем просто через голову. Так тоже удобно. Я люблю, например, сумки носить через плечо, мне это комфортно, мне нравится, когда у меня сумочка фиксируется. И что еще можно с ней сделать? Так как у нас карабин закрепляется с двух сторон, то есть мы можем совсем снять цепочку, раз, два, все это делается легким движением руки. Сумочку мы носим просто как клатч, сейчас я просто как клатч, то есть никуда ее не цепляем. А то, что у нас освободилась цепочка, что мы с ней можем сделать, как вы думаете? Использовать ее как поясок. Очень красивый оригинальный поясок, например, вот так. И вот такой кулончик будет свисать у нас на фигурке, то есть подчеркнуть талию, подчеркнуть фигурку. Вот такая классная многофункциональная штучка, мне очень понравилась, прям очень очень классно. Тем более сейчас это модно, и это действительно удобно, это удобно, то что мы можем себе позволить такие вещи. Так, первую сумочку откладываем, классная, прям зачетная, мне понравилась. Вторая сумочка тоже в черном цвете, у нее необычная ручка, цепочка, как-то у нас уже была, кстати, такая сумочка, у меня есть в красных оттенках.
красная. Ее можно носить как длинную цепочку, вот так одевать через плечо, можно собирать их вместе, тут они легко скользят, и носить ее в более коротком варианте, то есть прям под рукой, вот как вы любите, так и носите. Давайте рассмотрим форму сумки. Она прямоугольная, у нее есть донышко, то есть она вместительная будет, а сверху у нее, ну как бы пока она в форме треугольника, но я думаю, со временем она станет более такой округлой и более вместительной. Внутри черная матовая подкладка, есть карман на молнии, и тут, ну, достаточно много пространства. Давайте попробуем в нее уложить наш каталог. Я обычно в таких сумках каталог укладываю вот таким образом, то есть я его складываю напополам, и он совершенно спокойно, абсолютно спокойно укладывается в сумку, а уже сверху в каталог я вкладываю те вещички, которые мне нужны, например, телефон или какие-то там косметику, то есть все укладывается сверху, а когда мне нужно достать каталог, я его просто таким движением извлекаю, и он у меня оказывается в руках. Давайте рассмотрим брошку. Ух ты, что я вижу! Это брошка, это не просто накладная штучка, это брошка, которую, наверное, можно снять. Сейчас я попробую. Как-то можно изловчиться. Там есть иголочка. Слушайте, у меня не очень хорошо получается, но я думаю, я попрошу нашего оператора снять эту брошку, потому что это очень оригинальная идея — отстегнуть от сумки эту брошку и, например, пристегнуть ее на блузу, на пиджак и так далее. Пока Миша снимает брошь, мы ее рассмотрим, я рассмотрю следующую сумку, которую тоже можно... О, уже можно. Так, вернули. Классно. Да, это брошь. Классная брошка. Голова леопарда. Я радуюсь, что сделали коллекцию не в мышином стиле, потому что будет год мыши, и, в общем-то, не очень бы хотелось носить на себе очень много аксессуаров мышиных. Вот так это будет выглядеть. Очень, мне кажется, эффектно и красиво. Вот я бы такую брошку хотела. Сумка мне такая не очень нужна, а вот брошечку такую я бы с удовольствием приобрела. Жалко, что ее нельзя приобрести отдельно от сумки. Но она просто классная, супер. И, кстати, не рассказала про саму сумку, то, что у нее накладной клапан, он отстеган, простеган, а в остальном везде сумка гладкая. Все это под кожу сделано. Ну, кстати, очень мягенькая, приятная на ощупь. Так, следующая сумка тоже в таком необычном дизайне. Сумка планшет, я бы так сказала, у нее нет дополнительных вкладок, чтобы там было дно или еще что-то. Как ее можно носить? Мы ее сворачиваем так напополам. Ручку убираем вовнутрь и носим как такой маленький клатч в леопардовом принте. Эффектно, нет слов. Сама ткань, вот этот мех, сделана очень хорошо. Кстати, черные пятнышки, они более коротко выстрижены, то есть они практически гладкие, а рыженькие такие золотистые, они прям мохнатенькие, как шкурка. Сделано хорошо, то есть я вот специально ее тру, проверяю, что будет ли облазить мех или нет. Нет, он очень хороший, качественный, сделано красиво. Можно носить клатч вот таким образом, черный, но я думаю, это не очень актуально, потому что такую красоту прятать я бы не стала. Если мы одеваем просто на плечо, то это выглядит вот так. Я думаю, немножечко будет вот эта провисать штука, если много наложить в сумку. А мы сейчас это и попробуем сделать. Но здесь есть инструкция, как пользоваться сумкой. Ух ты! Слушайте, здесь есть очень интересная идея. Ага. Знаете, что я нашла? Внутри сумки. Так, так, так. Тут что-то есть. Клепочки. Тут есть клепочки, давайте их попробуем соединить. Раз они здесь есть, значит, они для чего-то нужны. Так, соединяем, распрямляем. И что у нас получится? Ага, поняла. Шапка. Шутка. Шапка Мономаха. Слушайте, получается трапеция. У нас будет сумка в форме трапеции. Смотрите, вот это мне очень нравится. Очень прикольная. Миша мне показывает, что это трусы, но это не трусы, поверьте мне, что это классная сумка.
очень оригинально смотрится. Кстати, если бы я ее себе взяла, а может быть, я ее даже и возьму, потому что я очень люблю такой принт, то я бы ее носила именно вот таким образом. Мне кажется, это очень прикольно и привлекает внимание. Давайте попробуем в нее каталог разместить, поместится ли каталог. Ну, конечно, вот в таком виде, вот скрученный каталог, вряд ли поместится. Помещается, но немножко сворачивается и выпячивают уголочки. Ох, эти эксперименты. Вот, смотрите. Ну, еще что-то вы положите в эту сумочку, она же не будет у вас пустая, она распрямится и будет уже совсем другой вид. Вот так. Просто не в ту сторону каталог лег. Значит, можно носить ее и так, и так. У нее масса классных вариантов, и мне она очень нравится. Она такая вся мягенькая, такая классная. Я единственное не посмотрела, есть ли внутри еще какие-то кармашки. Нет, есть. Еще один карман на молнии. Он достаточно глубокий. Все, сумка зачетная. Вот такую я прям хочу. Миш, тебе нравится? Миш, не нравится. У нас совершенно разные вкусы у мальчиков и у девочек. Так, давайте посмотрим, что еще подойдет нам под эту бижутерию. Пожалуй, из того, что есть, все. И я сейчас переодену бижутерию и покажу вам другие еще сумочки. А следующая коллекция — это чудесное сочетание золота и жемчуга. Кстати, в каталоге мне коллекция не понравилась, а сейчас я на нее смотрю, и у меня просто восторг. Особенно меня восхитило браслет, восхитил браслет, потому что в нем нет никаких застежек, он просто скатывает с руки, потому что есть небольшое растяжение. И даже для моей тоненькой ручки он идеально подходит. Я просто очарована. Здесь мы можем больше показывать цепь или больше жемчуга, то, что вам нравится. Кстати, мне еще тоже был один большой сюрприз. То, что сумка в форме лодочки в каталоге мне показалась намного больше, чем она есть на самом деле. Размеры указаны в каталоге, я их не буду сейчас называть, но я вам просто хочу рассказать поподробнее про эту сумку. Она сделана под кожу, материал под кожу, очень плотная, очень жесткая, жесткий материал, то есть она не гнется, держит очень хорошую форму. С одной стороны здесь просто гладкая кожа, с другой стороны накладной клапан под кожу, и он функциональный, то есть это не просто кусок кожи пришили, а здесь карман, но карман открытый, поэтому очень ценные вещи класть в него не советую. Сама сумка на молнии. Где у нас молния? Она есть. Так, разобраться бы, как ей пользоваться еще. Ага, вот. Но молния не от начала до конца, молния посередине. Вот таким образом. Но сумка очень вместительная, то есть это огромное-огромное пространство. Сумка без подкладки, есть только подвесной карман из мягкой ткани, такая мягенькая, на замочке. И что мы можем с вами еще делать с этой сумкой? Застегнули, наполнили. Можем носить ее на короткой ручке или на длинной. Обе ручки съемные. Вы можете одну оставить, другую снять, или носить обе, например, если захотели, на плечо удлиненный вариант повесили на плечо. Таким образом, захотели взять в руку, просто как сумку несете, и тоже можно на плечо вешать. Даже в коротком варианте мне больше удобно, потому что сумочка лежит очень классно, рука на нее облокачивается, и мы, в общем-то, с ней становимся одним целым. И что интересно, у нас есть в новой коллекции аксессуаров необыкновенно крутой шарф. Посмотрите, какая ткань. Она очень мягкая, и вот эти вот буклированная вязка, сочетание желтого, черного и белого, очень уютная фактура и цвет. И мы сейчас его примерим. То есть такой большой объемный шарф. Так, где у меня микрофон? Вот так вот. Мы можем закутать себя в этот шарф, завернуться. Естественно, у вас будет еще какая-то куртка, пуховичок или пальтишко. Представьте себе, включите воображение, как это будет классно смотреться. И с этой сумочкой, мне кажется, очень здорово сочетается. Согласны? Мне интересно ваше мнение. Так, что еще можно под этот шарф? Ну, пожалуй, все. Снимаю шарф. Ой, его даже снимать не хочется, он такой мягонький. Я люблю все мягкое, тепленькое, уютненькое. Так, волосы поправили. Покажу вам еще одну сумку. Эта сумка очень необычная. Смотрите, у нее есть два сочетания: бежевый и винный такой цвет, глубокий винный.
или сливовый даже, да, он, наверное, сливовый, более темный. У нее есть две ручки, ручки тоже разноцветные, какие-то винные, есть белая, есть бежевые. Две ручки длинные, удлиненные, две короткие. И смотрите, что можно с этой сумкой делать. Так как у нее квадратное дно, то есть оно просто квадратное, мы можем с вами делать таким образом: сложили в эту сторону, вот так сложили. У нас сумка только винная, и мы ее носим на длинных ручках вот таким образом. Раз, она большая, очень большая, это для тех, кто любит объемные вещи, но она не закрывается, нет молнии, нет клепки, то есть вот такая вот сумка. Далее нам захотелось бежевую сумку, мы перевернули, одели, у нас уже бежевая сумка с красивой отделкой. Или мы хотим ее сделать вот такую вот пятнистую, то есть не пятнистую, а вот такую вот двухцветную, эта сторона или эта, то есть мы носим ее так, как нам удобно, никаких нету правил, никаких законов, нравится, нравится так или так, выбираете вы сами. Очень оригинальная, но она огромная, то есть это для тех, кто действительно носит с собой много-много вещей и все равно все не умещается. Давайте посмотрим еще одну сумочку. Сразу хочу вам ее показать, потому что она необычная. Это две сумки на самом деле, посмотрите, это две отдельные сумки, они на одном ремешке, сумочки-клатчи такие маленькие. И что интересно, их можно разъединять, потому что мы можем снять ремешок, развязать узелочек и вынуть его, и у нас будут две отдельные сумочки, но ремешок один. Но если у вас есть вот такая цепочка с карабинчиками, то вы можете, естественно, прицепиться к одной сумочке карабинчиками, и у вас будет сумка просто на цепочке. Давайте рассмотрим повнимательнее. Материал под кожу, внутри что? У одной мягкая ткань, ну не блестящая, такая вот матовая ткань, и у другой то же самое. Карманов дополнительных нет, но есть очень красивый принт. Я бы сказала, что это как далматинец, или как, есть такие коровы пятнистые, а много ли коров дает молока. Очень прикольные штучки, правда оригинально. И если мы одеваем так через плечо, можем носить так, просто можем через голову перекинуть, и будет чуть покороче. Узелочек можно перевязать, сделать еще короче, если вы любите, но это вот максимальный размер, то есть вот такая длина. У меня рост 1,66 м, то есть можете представить, на какой длине будет у вас эта сумочка располагаться. Так, и о, пусть она у меня тут висит. И у нас пришел такой платок, он сделан на 30% из пластиковых бутылок. Это вообще прикольная тема, мне очень нравится то, что мы за экологию. Он двухсторонний, ну как двухсторонний, принт один и тот же, зебра-зебра, прям очень красиво. Надеюсь, я вся помещаюсь в кадр. Приятный, приятный на ощупь, очень приятный, такой шелковистый, мягкий, согревающий, то есть нет такой склизкости, как бывает в некоторых шарфиках, но у нас такого, мне кажется, уже давно не было, нет склизкости, он такой приятный, классный. И мы его просто наматываем на шею, можем просто одеть его как платок на голову. Опять же, если ваш стиль, ваш образ позволяет вам это сделать, то это, конечно, будет очень прикольно. На голову можно одевать. Я никогда не ношу платки, мне кажется, они мне не идут абсолютно. Мне так кажется, а вам как кажется? Или вот так. Кстати, это очень удобно, и он не соскальзывает. Вы знаете, это, может быть, я не носила платки, потому что они мне все соскальзывали, и это было неудобно, а сейчас мне даже нравится. Слушайте, ну вообще прикольная тема. Развязываемся, распаковываем, и получается так вот классно. Так, все вам продемонстрировала, давайте посмотрим, что еще осталось, потому что это еще не все. Есть у нас сумка шоппер, я не успела снять с нее вот эти ручки, потому что всегда сумки приходят очень хорошо упакованы, они в мешочках целлофановых, ручки запакованы, чтобы ничего не поцарапалось. Клетчатая сумка большого размера, я всегда смотрю донышко, то есть если дно большое, значит сумка будет вместительная.
и посмотрим, что внутри. Закрывается на молнию, застежка молния. Внутри подкладки нет, она красная внутри, представляете? То есть она непромокаемая, хотя на вид я подумала, что это ткань. Это непромокаемый материал под кожу, и навесной карман уже из ткани, но очень плотный, и на молнии. То есть сумка шоппер просто очень классная, ходить за покупками, чтобы не покупать пакеты пластиковые. Мы пользуемся сумкой одной и много лет, вот она будет нам долго служить. Но я просто не могла не примерить эту коллекцию с кристаллами, с цветными, сочетание сиреневых и таких вот коралловых, я даже не знаю, каких-то, какой-то цвет коньячный, я бы сказала, это коньячный цвет, бесподобно красиво, все съемное. То есть вот это большой кристалл снимается, серьги тоже съемные, то есть можно оставить просто как гвоздики, и это, ну, действительно красиво смотрится. И заодно покажу вам сразу еще одну сумку Clutch, подходящий цвет, такой фиолетовый, густой, глубокий оттенок, необычная форма у сумочки, она треугольная, это точно не прогнется, она не станет квадратной, она будет не очень вместительная, но тут есть у нее донышко, значит что-то да мы в нее всегда уместим. Очень красивое украшение в виде мордочки леопарда, все выбито как кружево ажурное, мне нравится. Внутри сумка без подкладки, кстати, мне нравится, что сумки без подкладки, по мне так это намного удобнее. Есть подвесной карман мягкий, внутри она такая розовенькая, такая нежная, и вот такой вот у нее объемчик получается. Можно снимать ремешок, носить отдельно просто как клатч, потому что удобная форма держать вот именно как клатч и под рукой. А если вы носите с ремешком, то здесь есть регулируемая длина, можно делать чуть короче, чуть длиннее. То есть кто любит, например, носить, перекидывать через голову, через плечо, кто любит просто на плече, то есть можно сделать ручку длиннее, соответственно перекинуть вот так вот через голову, и она будет чуть длиннее. Сейчас она достаточно короткая сделана, поэтому она прям у меня получается на талии, но это тоже достаточно удобно. Вот такая классная сумка. Но это еще не все, у нас появился классный аксессуар, это сменный ремень. Он такой вот у нас получается, с одной стороны под кожу, с другой это мех, и два карабинчика по бокам, которые, кстати, можно носить и на талии, наверное, ну немножко широковато для моей талии, а вот для сумочки будет самый раз. То есть вы можете любой стороной повернуть, естественно предварительно нужно будет отрезать вот эту вот бирочку и носить или меховой частью на себе, чтобы не портить, например, кто носит шубки, и бывает, что ручками вытирает мех на плече, а если мы повернем меховой частью на плечо, то оно не будет вытирать мех на шубке. Так что все продумано, все очень оригинально и очень классно. И посмотрим еще коллекцию бижутерии, я ее не буду одевать на себя, я вам покажу просто в руках. Смотрите на это чудо, это просто красота. На длинной цепочке, которую можно обмотать дважды вокруг шеи, висят два таких невероятно золотых, ну как их еще назвать, невероятные два кубика, и из них выходит огромное количество цепочек, и они еще и на карабинах. И если мы расстегнем карабин, то если у вас есть другая основа, база, например, для сережки, то вы можете повесить туда вот это вот прекрасное чудо. Вот честное слово, я бы хотела такие серьги без кристаллов, потому что у нас есть в этом комплекте серьги с кристаллами, тоже прекрасные цепочки, подвески, но мне нравится вот это вот чудо, такая лаконичность, так здорово, прям восторг. И расскажу в двух словах про серьги с кристаллами зелеными. Очень яркий зеленый цвет, цепочки съемные, то есть мы можем их снять абсолютно спокойно и носить как просто отдельный гвоздик с кристаллом. Это вот первая коллекция такая. И у нас еще есть серьги, тоже серьги-трансформеры, можно вот эту часть снимать подвесную, оставлять только золотистую частичку, или одевать все вместе, и получается невероятный комплект. Вот эти серьги меня впечатлили, огромная жемчужина, такая массивная, она реально тяжелая, вот этот красивый цвет янтарный и золотой гвоздик,
Вот, кстати, вот об этих сережках я прям задумалась, что такие я хочу. Они не оставят никого равнодушным. Точно, кто их увидит, сразу будет обращать внимание. Вот такое чудо. И еще у нас есть что-то в коробочках. Я не знаю, что здесь, не открывала. Сейчас открою вместе с вами. Так, открываем. А внутри. Так, 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 так. Ух ты, здесь еще что-то. Так, ой, аккуратненько вынимаю. О, что это? А, это ожерелье. Подождите, не пойму. Это гвоздики? Да. О, поняла. Это ожерелье и гвоздики. Снимаю гвоздик. Вот. Вот так это выглядит. Ой, какая миленькая штучка. Посмотрите, какая изящная. Прям девичья-девичья. Еще одна сережка. И выну ожерелье покажу. Ой, это браслетик. Какой миленький, просто чудо. Так, а что в этой коробочке? Я думаю, что это комплект, поэтому скорее всего мы здесь найдем какое-то продолжение. Как ее открыть? Как ее открыть, не пойму. Мне нужна помощь зала, пожалуйста, помощь зала. Я пока извлеку еще один гвоздик отсюда. Слушайте, какой классный подарок кому-то. Все упаковано в коробочке, такая новогодняя стилистика. Какой он миленький. То есть на руке будет лежать такая классная штучка, а внутри, ага, вот оно как открывается. Я думаю, что, ой, это совсем другая коллекция. Я думала, будет какое-то продолжение, а здесь такие классные шарики. То есть у нас все запутывается. Ожерелье маленькое. Ой, все сияет, переливается. Это просто космос. Как маленькая планета, как маленькая звезда в руках, все светится. Очень красиво. То есть огромное количество кристаллов в шаре, в сфере. Обалденно. И серьги выполнены в такой же теме. Серьги — это не гвоздики, то есть самодостаточные серьги. И тоже у них такой вот красивый шарик. Он чуть меньше, чем шарик на подвеске. Но это будет невероятно красиво. Будет все сиять и блестеть. Супер, просто вау. На самом деле мне понравилось несколько аксессуаров, о которых я задумалась. Во-первых, это вот эта сумочка, которая Мише не понравилась. Мне очень понравился вот этот платок. Я жду ваших комментариев, понравилось ли вам, как платок на мне завязан. Это, для меня это, конечно, необычный стиль. И я, конечно, жду от вас ваших заявок, что вы хотите себе приобрести. Мне просто интересно, поможет ли мое видео вам сделать выбор из такого огромного ассортимента. Благодарю вас за внимание, за обратную связь. Я вас очень-очень люблю. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.